Entonces, ya. Привет! С вами снова в прямом эфире Zlatka.com.ua. Меня зовут Алла, со мной в кадре мистер Breakfast. За кадром у нас тоже есть два человека, не менее важные, это Марина и Андрей. Махайте ручкой. Сегодня мы вам расскажем и покажем про книжечки, которые касаются эмоционального развития малышей. И, наверное, уже начали люди собираться, поэтому начнем. Мистер Breakfast, садитесь здесь. Первая серия у нас — это серия про мальчика Каю. Книги вот небольшого такого вот формата. Они рассказывают и решают проблемы, которые, наверное, сталкиваются с этими проблемами все родители. Пораногорщик рассказывается, как приучить ребенка к хождению в туалет на горшок и связанные с этим все нюансы. Молодшая сестричка про появление младшего ребенка в семье и, возможно, ревностью от старшего. Няня, если в семье появляется няня, и чтобы ребеночек привыкал к ней. Яны голодный, тоже распространенная проблема, когда ребенок отказывается кушать. Надо бранич, укладываем спать малышей. Неспокойный сон, тоже связанное со страхами, какие-то проблемы, книжечка поможет решить их, рассказать, что ничего страшного в этом нет. Соска для Рози, отучаем от соски. Як тато и моє велике ліжко. Вот эта серия, она есть, смотрите, есть в мягкой обложке и есть в твердой обложке. Давайте я вам полистаю какую-нибудь. Кстати, если есть вопросики, вы можете их писать, мне их будут задавать, передавать, будем отвечать. Мелованная бумага, красочные иллюстрации вот такие. Немного текста. Но все, по сути, очень хорошо у нас покупают эти книжечки, и много отзывов положительных от родителей. Эта книжечка вот такая в твердой обложке. Давайте покажу мягкую. Интересуется ценой. Цена книжечек — это в мягкой обложке 39,90, в твердой обложке 49,90. Все то, что я сейчас показываю, вы можете посмотреть на сайте zlatka.com.ua. Там есть разворотики, подробная информация, аннотация, размеры, цены. Вот такие книжечки. Повтори еще раз. Цена 39,90. Это в мягкой обложке, в твердой обложке 49,90. Так, следующие книжечки у нас связанные с проблемой неспокойного сна и засыпания деток. Засыпалочки, колыскові дрімливі віршики, казки на ніч і країна снів. Вот такой. Так. Засыпаночки. Давайте вам полистаю. Здесь в каждой книжечке представлены либо сказки, либо стишки, которые нужно читать перед сном деткам. Это я листаю засыпаночки, твердая обложка, с иллюстрацией, мелованная бумага, стоимость 99,90. Засыпаночки есть на украинском и на русском языке. Колыскові дрімливі віршики. Очень красивые здесь иллюстрации, прорисованные детали. Это тоже твердая обложка, мелованная бумага. Стоимость 105,90 гривен. Вот смотрите, какие красивые иллюстрации. Очень красивое издание. Думаю, на подарочек тоже будет очень хорошо. Следующая — это такая вот серия «Казки на ніч и Країна снів».
На украинском языке. Здесь частично глиттер на обложке. Блестит, красиво переливается, не знаю, видно. Тоже вот содержание. Здесь посмотрите, сколько есть историй. 62 страницы. Мелованная бумага. Так, Каскинанич и Краина снів. Эти книги стоят 144,90 каждая. Твердая обложка. Это Каскинанич. Вот змист. Еще раз напомню, что все эти книги вы можете приобрести на сайте zlatko.com.ua. Следующие книжечки связаны с различными капризами детей. Вот сказки от капризов. Вот такой необычный формат, небольшой. Удобно с собой брать, если поездку какую-то. Здесь каждая отдельная сказка призвана решить какую-то определенную проблему или ситуацию, сложившуюся у ребенка. Здесь офсет, твердая обложка. Стоимость книжечек этих 169,90. Были сказки от капризов, сказки от слез. 95 страничек. Каждая история посвящена отдельной проблеме. И капризуля. Рассказывается в этой книжечке про сестричек. Одна из них отказывалась кушать то, что предлагала мама, и говорила, что я буду есть только ягоды, ежевичку. В итоге мама сказала: хорошо, ты будешь только кушать ежевичку, и она сидела несколько дней, ела ежевичку. Потом был праздник, и когда накрыли на стол праздничный, ей поставили миску с ежевичкой, и она же подумала: ну почему я все время ем ежевичку, я буду есть только буду есть еще то, что приготовила мама. Очень вкусное, наверное. И вот так девочка маленькая стала кушать все. Если у вас есть такая проблема с ребенком, я думаю, что вам понравится. Очень и поможет это разобраться. И не капризничать впредь. Стоимость капризули 209,90. Твердая обложка, мелованная бумага. Следующие две книжечки у нас про тата и про маму. Мама поспешает до дому. Здесь поднимается такая как вопрос о том, что родители, мама постоянно отсутствует на работе, и как же она в итоге добирается домой. Она пришла домой поздно вечером и рассказывает ребенку историю, как ей трудно было добираться. Сначала она там летала и на воздушном шаре, и ей помогали пожарные, ездила на пожарной машине, ехала, добиралась. И кит ее там тоже подвозил на себе, скажем так. Вот такие мелованные бумага, цветные иллюстрации. А малыш все ее ждет, а мама вот и на драконе она летела. Но в итоге она пришла к своему малышу. Бонусом книги есть вот такая вот наклеечка, в первую очередь, и игра «Бродилка». Разверну. Вот так. Вот. Здесь можно фишечками играть и
тоже мама бежит к своему ребенку, малышу. Стоимость этой книги 149,90. Вот такая игра. Вторая книга – это «Тата на звездку». Не секрет, что сейчас у нас очень много времени проводим в интернете, родители не исключение. И здесь рассказывается про семью пингвинов, папа, который постоянно сидел в интернете, в социальных сетях, добавлял себе друзей в Айсбуте, здесь называется Facebook, у него было 532 друга. Вот. И однажды утром он проснулся и понял, что интернет не работает. И очень расстроился по этому поводу. Но мама была очень рада, что папа не будет сидеть в интернете. Закончилась история хорошо, тем, что папа нашел реальных друзей в жизни и проводил больше времени с семьей. Книжечка учит, чтобы ребенок меньше проводил времени в интернете, а общался с реальными друзьями. И в конце они, вот сейчас даже покажу, они на своем компьютере. Вот у него был друг медведь, который его спас с льдинки. Они на компьютере катаются с горки. Вот так веселятся. Стоимость этой книги 79,90. Следующая серия книг – это серия Штефан Дали «Лагерные сторинки». Много разных историй. Такие вот даже подарочные, можно на подарок брать книжечки. Твердая обложка, мелованная бумага. Это Мелли. Давайте я буду раскладывать. «Ось Ивона». История про то, как появляется в семье второй ребенок. «Хочу быть пожежником». Как Мишка хотел быть пожарным. Вопрос? «Великий злый вовк». Это относительно недавно вышло продолжение серии. История про вовка. Как папа читал деткам историю. «Подарунок для Лифи». Про то, как папа пошел за подарком для своей сестрички, попал в разные сестрички, дочки, попал в разные ситуации. «Я люблю тебя, мой Альф», тоже про второго ребенка в семье. И «Сюзетта», про маленькую божью коровку, которая потеряла свою маму и потом пошла ее искать, ей все жители леса помогали. Стоимость этих книг 64,90 и 95 гривен, это продолжение эти 64,90. «Твердая обложка, мелованная бумага». Вот такие истории, они очень популярные и полезные, деткам очень нравятся. Можно почитать зимним вечером. Также у нас есть автора Штефани Дали еще две истории. «Так сильно люблю тільки тебе». И «Так добре бути разом». Это про зайчика Йозі. В «Так добре бути разом» рассказывается история про зайчика Йозі, который поссорился со своими сестричками. Они играли отдельно со своей подружкой, а он сидел обиженный. Но потом вдруг начинается плохая погода, гроза, и он понимает, что он все равно очень их любит, он не может их бросить, и он, рискуя своей жизнью, боря свой страх, все-таки бежит в лес и ищет своих сестричек. Стоимость этих двух книг 129,90 гривен каждая. Мелованная бумага, твердая обложка. Сейчас я покажу сторону. «Так сильно люблю тільки тебе». Вот очень красивые иллюстрации, красочные, нарисовано очень красиво.
разница на 129,90. Следующая. Просят показать рабочую коробку. Рабочую коробку сейчас. Стоимость 64,90. Все, что я сейчас показываю, можете приобрести на сайте zlatko.com.ua. Я очень любила рисовать, и она нарисовала портрет своей мамы и пошла ее искать, показывая всем портрет. Если еще какую-то полистать, вы пишите в комментариях. Следующая серия книг – это сказкотерапия. Метод сказкотерапии, он основывается на том, что вы не просто читаете сказку ребенку, вы вместе проживаете историю, которая в ней описывается, и потом разбираете с ребенком, как поступил главный герой книги, правильно ли он сделал что-то в нужной ситуации, и как он мог поступить иначе. Разбираете его характер. Тут в каждой книге есть небольшая подсказка для родителей, вопрос, который нужно задать ребенку после прочтения этой книги. Это «Путешествие листочка». Книги есть на украинском и русском языке. Про листочек, который лежал на дереве, он не видел ничего вокруг, только свое дерево, и однажды он решает, что пора бы расширить свой кругозор и отправляется в далекое путешествие. Узнает очень много нового, находит новых друзей. И в итоге становится счастливым листиком. Так, следующее это «Бетси не плачь». Про лисичку Бетси, которая постоянно плакала в любой ситуации. Она была очень большой плаксой. Но однажды она... Тут также есть вопросы. Но однажды она проснулась и решила, что я не буду больше плакать, я буду... веселой, стараться радоваться жизни и не реагировать на какие-то жизненные негоразды слезами. Если ваш малыш часто плачет, то ему очень полезно будет почитать такую книгу и разобраться, почему он это делает. Делает это героиня книги Бетси. Следующее про сонную мышку и капризную пылинку. Здесь небольшие истории. Не цельная сказка, а небольшие истории. Стоимость книг 120 гривен каждая. Мелованная обложка. Мелованная бумага, твердая обложка, извините. Также вы можете приобрести комплект с 10% скидкой из этих четырех книг. Стоимость 432 гривны. Все это можно сделать на сайте zlatko.com.ua. И маленький кит. Моя любимая. Очень красивые иллюстрации про кита, который отправился на поиски друга. Также вопросы, которые нужно обсудить после прочтения книги с ребенком. Книги есть на украинском и на русском языке. Нежные иллюстрации. Мы
Посмотрели почти все книги. Забыла вам показать новинку. Сейчас покажу. Это про мальчика Каю. Каю готовится к Рождеству. Здесь эта книжечка, подарочек можно с ней сделать. Отдельный листик здесь, можно его оторвать с перфорацией. Разукрасит малыш, подпишет кому. Это будет своего рода открыточка. Вот, каждый рисуночек на отдельном листике. Здесь можно тоже подписать что-то. Для всех родственников хватит. Очень много страничек здесь, рисуночков. Стоимость 99,90. Здесь также наклеечки. Сейчас я вам покажу. Сейчас полистаем. Вот такие. И есть наклейки, чтобы украсить эти открытки. Здесь идет мягкая обложка, 99,90. И мы посмотрели почти все, осталось две у нас новинки, они не относятся к эмоциональному развитию, но они очень интересные, и не показать мы их вам не можем. Это серия «Сторинки цикавинки», книжечки с подвижными элементами. Вот здесь «С ранку до ночи». Про распорядок дня ребенка, крутятся стрелочки, можно также время изучать. Вот от утра, как ребенок встает с утра, что он делает в течение дня, двигающиеся элементы вот такие. Есть вот колесо обозрения, катается мама с ребенком. Здесь фонарик, твердая обложка, картон очень плотный, стоимость 174,90. Вот так раскладывается. Очень популярные книги, хорошо развивают моторику рук малышей и очень интересные. И последнее, что я вам сегодня покажу, это супер новинка. Валиска Паддингтона. Вот такая валиска. Ее можно взять. Видно? И в ней книжечки про приключения медвежонка Паддингтона. Такой очень интересный подарочный вариант, если кому-то нужно. Здесь 6 книжечек. Паддингтон у зоопарку, Паддингтон и Метушливый день, Паддингтон та фруктовая веселка, на ярмарку Паддингтон, Паддингтон господарює и Паддингтон малює. Книжечки небольшого вот такого формата, они в мягкой обложке, мелованная бумага внутри. Очень красивые, красочные. То, что они в чемоданчике, это огромный плюс для подарочного варианта, если вам кому-то нужно подарить. Очень красиво смотрятся и солидно. Стоимость такого набора 150 гривен. Также вы можете его приобрести у нас на сайте. Вот, вот так можно сложить. И они отправятся своему обладателю счастливому. Стоимость 150 гривен. Вот такой вот Паддингтон валиска. Наверное, это все, что я вам хотела рассказать сегодня. У нас для вас подарочек небольшой. Это скидка 10% на все, что вы сейчас видели. Вы можете приобрести их со скидкой 10%. Скидка действует до воскресенья. Используйте промокод 1412, чтобы получить скидку. В корзине вводите там строчечка «Есть промокод», туда вводите эти цифры, нажимаете «Ввести» и получаете свою заветную скидку в 10%. Спасибо вам, что были с нами. Будем еще проводить вам эфиры. Вопросов нет? Хорошо, тогда всего доброго!